В Слуцке 8 апреля прошла региональная ярмарка. Торговые ряды разместились на площадках по улице Ленина 100 и на территории рынка площадь Базарная 13. Там по доступным ценам можно было приобрести сельскохозяйственную продукцию. Картофель, морковь, лук, капусту, яблоки и соленья. Также можно было приобрести саженцы клубники, яблонек и груш. Так картофель предлагали по цене за килограмм от 70 копеек до 1 рубля, морковь по 1,5 рубля, свеклу по 1 рублю, капусту от 80 копеек. Капусту урожая этого года можно было купить по 3 рубля за килограмм. Товары для дома продавали в торговом павильоне «Куб Универмаг Слуцк». Украшением ярмарки стала продукция ремесленников из Могилевской области. Сельскохозяйственные ярмарки будут проходить в Слуцке по выходным дням до 29 апреля.